Вы смотрите программу «Вестник». 20 июня по решению ООН отмечается Всемирный день беженцев. В минувшую пятницу в райцентре Аскерани состоялся посвященный этой дате круглый стол. Организовала мероприятие руководитель местного отделения НПО «Организация беженцев из Азербайджана» Нонна Товмасян. Завтра день беженцев международный, и мы решили собраться сегодня и поговорить о наших проблемах. В этом году из-за вируса решили собраться узким кругом. Какие вопросы обсудите? Примете ли какие-то решения? Намечается такое? Да, у нас готово письмо в ООН, которое подписано многими организациями из Армении и из Арцаха. И мы тоже присоединяемся. В обращении, принятом на Аскеранском круглом столе, содержится призыв к Генсеку ООН, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, другим международным структурам признать этнические чистки конца 80-х, 90-х годов прошлого столетия, совершенные в Азербайджане в отношении армян, геноцидом. Круглый стол проходил с соблюдением всех продиктованных коронавирусной инфекцией санитарно-гигиенических норм. Активность беженцев зашкаливала. Об этом говорить, несмотря на то, что прошел 32-33 года, очень больно, очень больно. Это никогда не забывается. Как в Аскеране живется? Мы сейчас, слава Богу, мир будет. Ваши дети тут живут? Сын погиб здесь. Его дети живут здесь, три сыновья. А одна дочь у меня с Баку уехали в Россию. Участвовавший в круглом столе представитель Минтруда и соцвопросов по Аскеранскому району сообщил, что около 4000 человек были выданы удостоверения о статусе беженца. 70 семей получили помощь от государства в размере свыше 2 миллионов драмов. Ну, хотелось бы за 32 года, что мы здесь находимся, чтобы наш вопрос все-таки был уже на государственном уровне, чтобы мы не одни обращались в международные организации, вплоть до ООН, чтобы государство дало нам какой-то вот статус, поддержку, чтобы знали, что мы есть, мы существуем, и наша проблема не решена. И то, что там происходило, в Сумгаите, в Баку, до сих пор ни одна международная организация не дала какую-то оценку. Нас там убивали. Конкретно убивали, уничтожали. Я не знаю, какое слово подобрать, чтобы было услышано, это слово хотя бы было услышано. И еще хочу обратиться к нашему правительству. Вы тоже услышьте нас. В ходе предвыборной кампании мы очень поднимали многие вопросы как социального, так и жилищной проблемы у беженцев. И в итоге пришли к тому, что на самом деле наши беженцы чуть-чуть подзабытые правительством. И как бы хотим опять поднять эту проблему и, конечно, надеемся на новое правительство, что оно в конце концов решит все жилищные проблемы, все те насущные проблемы, которые мы ставили перед нашим правительством. В ходе круглого стола из Еревана на скайп-связь вышла координатор Конгресса армянских беженцев из Азербайджана Мариам Авакян. Организация Объединенных Наций сама нарушает права беженцев в Арцахе, поскольку спиной стоит человеку, который оказался и нашел свою защиту от геноцидальной машины в непризнанной республике Арцах. 32 года, как мы переехали в Карабах, конечно, это не забывается. До конца своих дней никогда не забуду вот все эти события в городе Баку. Хотелось бы, чтобы к нам больше внимания обращали, я к беженцам имею в виду. Потому что вот смотришь, слышишь, как в странах сопредельных, как постоянно муссируется тема беженцев. Международные организации, в частности ООН, оказывают какую-то помощь? Вы получали подобную помощь? Нет, никакую помощь ни от международных организаций, ни от ООН. Я никогда не получал. Все, что я добился здесь, добился своими силами, своим трудом. А как обустроились тут, в Аскеране? Ну, дом у меня есть, я получил это по наследству. Мы поэтому из Баку переехали в Аскеран, потому что мои родители, и отец, и мать родом из Аскерана. Хотя я родился в Баку, жил 18 лет в Баку. Дети здесь родились, и я здесь
служил в армии, сейчас на пенсии. В работе круглого стола по проблемам беженцев приняла участие депутат Арцахского парламента Аревик Петросян. Хочу сказать, что одни и те же проблемы волнуют все слои общества, независимо от социального статуса. Это жилищная проблема, это бесплатная медицина, бесплатное образование. И все эти вопросы, они включены в программу президентов. Но, тем не менее, какие-то акценты, по-моему, поставлены в отношении беженцев, я имею в виду, и ипотечное кредитование. Да, ну здесь акценты будут поставлены по всем категориям, и в том числе по беженцам. Я думаю, привилегий будет много. Конечно, президент один не может решить. Это задача всего общества. Мы должны мобилизоваться, мы должны направить все усилия на решение конкретных проблем все вместе. В ходе круглого стола состоялась презентация книги «Унесенные судьбой». Мы были участниками евразийского проекта и написали проект, что мы хотим написать книгу о беженцах. Там как бы история беженцев до, после и во время событий всего. Автор книги я, Альберт Вусканян, и еще один молодой парень, он написал о своей судьбе. Вы намерены распространять каким-то образом эту книгу в международных организациях, структурах? Обязательно. Мы хотим даже найти спонсоров для того, чтобы перевести эти книги на английский, там, на разные языки, чтобы она распространялась, и чтобы люди в конце концов поняли, что, у нас, что на самом деле произошло в Сумгаите, в Баку. И какова судьба беженцев на сегодняшний день, те, которые переехали в Арцах. Дай Бог, чтобы та большая вера в новое руководство страны, которая заметна в душе всех участников Аскеранского круглого стола по беженцам, оправдалась и хоть каким-либо образом смягчила беженскую участь и боль.